Всем привет, вы на канале Рисуем Просто, и сегодня я покажу, как нарисовать вот такую звездочку без транспортира. Чертим квадрат любой величины, у меня это 8 на 8 сантиметров. Теперь все стороны квадрата делим пополам. Отмечаем, ставим здесь точечку. Делаем отметки на всех четырех сторонах квадрата. Теперь половинку стороны делим еще раз пополам и еще раз пополам, то есть четвертую часть. То же самое делаем с другого края. Здесь делаем то же самое. Отмеряем половинку и еще раз пополам. Тоже находим четвертую часть. И повторяем на противоположной стороне. Теперь вот эти отметки нам нужно соединить между собой. Здесь нам понадобится линейка. Аккуратно от точки к точке проводим линию. Теперь соединяем эти точки. Проводим линию. Затем линией соединяем эти две точки. Теперь вот здесь. И соединяем последние две точки. Сотрем все ненужные линии. Теперь еще раз четко обводим звездочку по контуру. Стираем все ненужные линии. И вот наша звездочка готова. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки и пишите комментарии.